Так, сколько у нас прошло людей, сейчас снимем все. Я извиняюсь. Так, бабушка. Вот так, где бабушка? Так. Точно, рада, нормально. Да, пойдем. Ну, конечно. На горелке. Ой. Так, ну что, наших пойдем снимем? Да, вот такое дело. Так, репортаж с места событий. Как ваши ощущения перед выступлением? Что вы думаете вообще? Как вам новая финская песня вообще? Наверное, все довольны? Очень своеобразная. Да вообще песня обалденная, по-моему. Да? Да. Класс. Мне больше нравится, где финская. Где на финском языке, в смысле, да? Это она и есть, четко. Понятно. Что вы думаете по поводу предстоящего выступления? Как вам финская песня? Вы ее знаете, да? Все слова. Кто готов сейчас сказать наизусть? Да, наизусть. Да? Смысл? А какой? Замечательный рождественский. Да? Понятно. Там что-то про звезду. Там про Деда Мороза? А, про звезду? Что-то про звезду, да. Про какую? Так, подробнее. Про какую звезду? Про какую песню вообще речь идет? Про финскую, которую мы поем скоро. Понятно. Скоро. Так, все, Лида, вон и скоро. Ты не знаешь про финскую песню? Ребята, студенты, так, давайте уже начинать. Так, Виктор Тимуречка. Да. Ребята, идите, мы поем. Ой, настроено. Да, все нормально. Все настроено отлично вообще. Конечно, снимает, что-то все прикалываются. Вот, блин, я думала, ты просто так ходишь.